Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания и блог Георгиев Travel. Сегодня я заселился в отель Хидэв Клеопатра, точнее, несколько дней назад прожил здесь с семьей, совершенно случайно заехал в этот отель, но решил сделать на него обзор. Почему? Потому что Хидэв Клеопатра находится рядом с пляжем Клеопатра, и это новый отель. В 2023 году здесь сделан полный ремонт, поэтому это то, что надо, то, что любят люди. Недорого, качественно, свежее. Так что пойдемте посмотрим территорию и номера. Друзья, сразу проговорю по инфраструктуре, что здесь рядом есть. Вы выходите вот из этого зелененького нашего отеля Хидэв. У вас рядом супермаркет Carrefour. У вас здесь рядом, соответственно, продают пиццу и всякие сладости. Это кофейни Ханчи, правильно, если понимаю. И еще один супермаркет, 101 дискаунтер. И еще там еще один супермаркет. И вон там у нас вдалеке, совсем рядышком, есть фруктовая лавка. Здесь у нас рядышком с вами таксопарк, поэтому все инфраструктурно. И если мы вот так с вами выдвинемся вон в ту часть, мы пойдем в центр буквально за минут 15. Мы будем в центральной части, как раз напротив горы Алани. Так что вот примерно вас сориентировал. И сейчас покажу, сколько идти до моря. И, соответственно, уже двигаемся в сам отель. Посмотрим, как я говорил, территорию и номера. Не забывайте, что я занимаюсь продажей оформления туров онлайн по всей России. Можете ниже перейти под видео, перейти по ссылке на мой сайт, посмотреть все туры и цены в данный отель, как с перелетом, так и без. Вот здесь мы, друзья, выходим и сразу заворачиваем за угол. И вот оно у нас уже море. Я вот сейчас вам сразу покажу. Вот за теми кустами, здесь пройти один дом, мы оказываемся на пляже. Да, не сказал, здесь рядом есть и кафешечки, и где продают экскурсии, и магазины. То есть здесь не будет такого, что вы пришли и ничего рядом нет. Это, в общем, центральная часть Алании, это пляж Клеопатра. То есть здесь очень много различных отелей. И я вот здесь жил недавно, в прошлом году, позапрошлом. И я отмечу серьезно, что отель новый. Ну, новый отель, действительно, ремонт сделан. И цена у отеля достаточно выгодная. Знаю, что меня многие просят писать цены, но это не совсем корректно, потому что в зависимости от сезона, в зависимости от города вылета. В общем, очень много зависимости. Если даже скажу цену, как бы она сильно не сыграет. Могу сказать, что вот в данный момент на апрель месяц мы прожили здесь 3 дня с семьей в 2 номерах на all-inclusive. Заплатили за оба номера 18 тысяч рублей за 3 ночи. 2 номера, еще раз говорю, all-inclusive. По мне, это прекрасная цена. Я все-таки решил прогуляться с вами до пляжа. Вот наш отель. Мы прошли его и еще один отель, Клеопатра Бич. И вышли сразу на дорогу, которая пересекает, соответственно, Аланию. Так, здесь надо быть внимательным. На пешеходных переходах практически везде, кроме России, не пропускают по умолчанию. Поэтому будьте внимательны при переходе через дорогу. Выходим, у нас здесь сразу набережная, прогулочная. И, соответственно, сразу же пляж. По пляжу Клеопатра сразу всем напомню, что здесь у каждого отеля есть своя часть, зона пляжные полосы. Соответственно, сейчас еще не установлены, но будут установлены шезлонги, зонтики. Когда будет уже жарко, ветра не будет, потому что погода сейчас в апреле, она разная. И, соответственно, здесь можно будет останавливаться. Но здесь будут шезлонги и полотенца, лежаки, естественно, за дополнительную плату. Если вам не хочется платить, вы просто приходите своим полотенцем, говорится, упали, где вам удобно, и отдыхаете, и вас никто, естественно, не выгонит. Смотрите, пляж Клеопатра считается таким одним из лучших. Здесь такой крупный песочек. Мне он нравится, потому что он не так сильно липнет телу, при этом очень комфортно. Заход пологий, так что с детьми будет очень комфортно здесь отдыхать, плавать и так далее. Здесь мы были, мне это место очень нравится, оно красивое, пейзажное и, соответственно, отели все находятся тоже рядышком. Но пока еще не обращайте сильно внимания, здесь все изменится буквально в течение месяца, когда будет сильная жара, сразу все выставят, шезлонги, будет активная торговля, бары будут все работать, так что это будет буквально через несколько дней. Еще раз для ориентира, вот эта гора и напротив нее часть является центром, можно сказать, Алании. Там очень много магазинов, вы туда можете идти, хотя магазины, всякие супермаркеты вас встретят по дороге. Здесь нет, еще раз говорю, ничего такого, что не было бы инфраструктурного. Поэтому идем, и там уже будут и LC Waikiki, и DeFacto, и еще другие магазины, которые встретиться по пути, если вот просто даже прямо по этой дороге пройдете, даже можно без навигатора идти и спокойно к ним придете. Ну а мы с вами возвращаемся в отель для того, чтобы посмотреть территорию, ресторан и номера. Территория не огромная, поэтому мы достаточно быстро все это изучим.
А вы пока подпишитесь на мой канал, оставьте свои комментарии, задайте свои вопросы ниже под видео, там есть мой прямой WhatsApp. Ну вот, нас встречает центральный вход отеля Хидеф Клеопатра, давайте зайдем. И вот у меня было такое ощущение, наверное, у вас точно такое же будет, надеюсь, камера передаст. Я когда зашел, и немножко такой даже, о, ничего себе, какой, говорю, новый отель. Смотрите, это лобби, все новое, свеженькое, прям выглядит прекрасно, потому что я был в подобных отелях здесь, и уже достаточно все потертое. Здрасте. Здесь очень все, вот видите, классно сделано. Вот ресторан у нас, здесь есть зона отдыха, можно посидеть в интернете. Кстати, интернет работает на этажах без проблем. Вход по номеру комнаты, дате вашей рождения, электронной почте заходите, работает везде, как в лобби, так и, соответственно, в ресторане, также и в номерах. И еще одна лаунж-зона у нас есть в отеле. Здесь тоже можно спокойно посидеть, почитать, позаниматься своими делами. Очень удобно, что можно даже поработать, если кому-то надо. Так что хорошее местечко, уютное. И здесь открывается частичный вид на территорию. Территории в Алании, в центре, как вы поняли, они компактные. Сейчас мы выйдем на нее, посмотрим. Надо понимать, это отличительная особенность вообще Алании центра. Здесь нету отелей с гигантскими территориями, чтобы вы понимали. Здесь все территории небольшие, уютные, компактные. Так, давайте еще зайду в одно местечко, которое любят многие наши туристы. Это, конечно же, турецкий хамам. Сразу, пока идем, скажу, что сам хамам бесплатный. Единственное платное, это, конечно же, услуги, как и всегда. Здесь у нас заходим, релакс-зона. Слушайте, друзья, тоже меня радует вот именно в данном отеле, что все свежее, все новое. Это прям очень классно. Так, здесь у нас есть массажные кабинеты. Я вам даже скажу, в некоторых пятерках не так выглядит все, как здесь. Да, небольшое пространство, но очень все уютно и красиво. Потому что бывает, заходишь, вообще ощущение, как будто ты в какую-то больницу зашел. Так, здесь у нас сауна. Сауна. И, соответственно, сам хамам. Смотрите, здесь даже подсветочка. Ух, хорошо. Надо сходить обязательно. Вот сам хамам. Здесь все, как обычно, знаете, плита греется. Если вам нужны какие-то услуги, пилинг, вот это все в пене, это, пожалуйста, здесь все это можно получить. А цены начинаются от $10, 10-20, смотря какая программа, да. То есть цены, в общем, доступны, не сильно завышенные, как в некоторых бывают, ну, дорогих отелях, там, от $50-$70. Вот недавно снимал обзор в Савандоре, вы можете посмотреть ниже по ссылочке, перейти или на мой канал. Там данные процедуры начинаются там от €70. Друзья, особо отмечу, здесь лифты. У меня дети сразу их отметили, вот такие блестящие, золотые, и смотрите, они какие красивые внутри. Новые, также свежие. Поедем, посмотрим номера. Итак, друзья, мы пришли с вами в номера. Здесь тоже все очень свеженькое. Замечу, здесь вот так вот сделаны зеркала. Номера, все очень качественное. Ну, вас ждет отель, это новый, свежий. Еще здесь никто не жил, кроме нас, как говорится, да. Совершенно немного людей. И давайте зайдем, посмотрим номер. Номера здесь все, я как понял, одинаковые. У нас точно такой же, просто там уже надо клининг делать, да. И сейчас мы зайдем, посмотрим размещение. Мы заходим, у нас с вами, ну, понятно, карточка, свет. Здесь вот такой небольшой шкафчик. Присутствует дополнительное одеяло, если нужно. Вот. У нас туалет с душевой кабины. Еще раз подчеркну, все свежее, сантехника свежая. Знаю, что для многих это прям вопрос-вопрос. Соответственно, видите, все блестит, все новенькое. Вот фен, мыльные принадлежности есть. Все это есть, вот они там у нас стоят. И, соответственно, сам номер. Здесь у нас располагаются две кровати. То есть одна большая кровать и одна полноценная дополнительная. То есть трехместное полноценное размещение, оно есть. Но в целом такие номера размещают еще и детей, но без предоставления доп. Места. Столик рабочий с зеркалом, телевизор, соответственно, холодильник, стаканчики, все как надо. Здесь вот местечко. Опять же, обращу внимание, вот такое под дерево сделанное. Еще раз так, детали к тому покажу. Все очень-очень свежее. Да, это все недорого, богато, но очень свежее и качественно. И давайте выйдем с вами на территорию балкона. Здесь все номера с балконами. Здесь вот представлены такие стульчики. Знаю, что очень многие спрашивают, вешалки. Пожалуйста, вешалки есть. Вот такой у нас здесь балкон. Балконы не везде такие большие. Их чуть-чуть поменьше, потому что, ну, разные категории номеров, как вы понимаете. И, соответственно, разные номера. Но они, если меньше, то вот на столечко. Не сильно намного. И здесь у нас открывается вид, соответственно, на территорию бассейна. И дальше уже, как и говорил, вот он, вид на море. Ну и также здесь открывается городской вот такой пейзаж. На крыше дома. Но, опять же, кто хотел центр Алании, вот такая центральная часть Алании, она вот так и представлена. Дома, дороги, магазины, инфраструктуры.
Вот здесь я сейчас хотел вам показать гору, на которой тоже размещаются дома. Вот. Так что виды хорошие, инфраструктурно, городская среда. В общем, все, что нужно для городского жителя и городского отдыха. Друзья, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Вот здесь есть QR-код. Переходите по нему и переходите в канал. Это не чат, там все оперативные новости о туризме. И вы всегда будете в курсе всех событий, ценах и так далее. Друзья, мы пришли с вами на завтрак. Здесь достаточно комфортно, потому что отель, как говорил, новый. Здесь, смотрите, очень уютно, везде открывается вид, здесь как, вот такие деревья, там в этой части на бассейне. Завтрак, друзья, пока еще не очень богатый, так как гостей в отеле еще не очень много проживает, но скоро это будет, все здесь будет занято. Но в целом, как бы, отель не высокого уровня, поэтому завтрак не такой шикарный, но он есть, друзья. Вот выйдя из ресторана, попадаем на несколько частей отеля, где можно посидеть на улице вот с такими столиками, позавтракать, пообедать или поужинать. И, соответственно, прямо пройдясь, у нас сразу стоит пул-бар и бассейн. Так, это дети бегают мои, уже позавтракав. Так, и сейчас я вам покажу здесь его всю территорию. Территория, я как говорил, небольшая, но она как бы достаточно для отдыха. Здесь у нас бассейн для взрослых, шезлонги располагаются. И есть также детская часть бассейна, вот она, неглубокая, с глубиной там не более 30 сантиметров. Да, 30 сантиметров. Вот. И основная часть. В общем-то и все, это вся территория. Вон там прямо мы с вами выходили к морю. И вот в этой части, мы смотрели из окошка, это такая, скажем, джангл части, будем называть, да, по-моему. Здесь вот у нас апельсинчики растут, можно здесь тоже посидеть, просто пообщаться, поужинать, фонарики вечером горят. Очень красиво. Друзья, ну и что хочу сказать в завершение этого выпуска. Данный отель новый и свежий, что очень многие туристы любят. Они ищут какой-то недорогой вариант, чтобы все было рядом, было куча магазинов, было куча инфраструктуры. При этом, как бы еще раз говорю, был свежий, недорого, уютно, комфортно. И это как раз именно тот самый вариант. Можно смело сюда бронировать туры с перелетом, а это можно сделать ниже по ссылке под моим видео, или просто посмотреть цены на отели. Так что переходите, смотрите, выбирайте. Ремонт сделан в 23-м году, все свеженькое, очень сильно отличается от других отелей, поверьте, я был в других отелях, они уже такие, наверное, потертые, уставшие, да, небольшая территория, и как-то кажется все даже какое-то грязненько. Здесь все свежее, заходишь и сразу приятно удивлен. Поэтому бронируйте, если выбираете центр Алании, это удачное место, удачное расположение и, конечно же, удачная цена. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы что-то не понимаете, как посмотреть, или вам нужна консультация, всегда смело пишите мне ниже на WhatsApp, я отвечу на все ваши вопросы. Спасибо, друзья, что весь этот выпуск были со мной, подписаны на мой канал, обращайтесь, увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Пока!